Картины, которые хочется рассматривать буквально детально. Здесь, в Щелковской художественной галерее, открылась выставка, которая называется «Русские». Александр Дудин, преподаватель в ГИКа, художник-иллюстратор, представил свои работы и свое видение истории, в том числе России. Здесь невероятно красивые картины, все они наполнены интересными сюжетными линиями, и некоторые вызывают особую ностальгию. Картины заслуженного художника России, профессора в ГИК Александра Дудина – это символика, облеченная в четкие прорисованные детали и образы. Вот, к примеру, портрет Аллы Пугачевой. Тут, как в анекдоте, личность вне политических времен и лидеров. Есть и картины, которые рассказывают о детстве, среднем возрасте и дорогих сердцу художника вещах. Нам жизнь подкидывает постоянно какие-то, провоцирует нас то вещью какой-то, рожь, с которой можно натюрморт создать, или пейзаж какой-то потрясающий, или женщина красивая. Ну, очень много таких вещей, которые тебя останавливают, заставляют вот, попытаться из этого сделать образ, ввести вот это увиденное. Выставка «Русские» получилась очень разнообразная. Есть тут и портреты, и пейзажи, и натюрморты. Вы знаете, что хорошо в вашей работе? Они очень занимательны. То есть их хочется рассматривать, их хочется, они берут внимание. Вот первые посетители, кто приходили, случайные гости, вот, перед открытием еще, до того, вот, видно, как люди ходили, внимательно смотрели. Вот, поэтому, поверьте, ваш труд не напрасен, вот, ваше вот это внимание, ваше старание, оно оценено. И я думаю, что каждая из ваших работ достойна любого музея, любого уровня. Поэтому еще раз хочу поздравить всех с вас с открытием выставки. Вам большое спасибо, что вы предоставили нам свои работы. Всегда ждем вас в гости. Ждут в Щелковской художественной галерее зрителей, ведь каждый, несомненно, найдет здесь то, что в памяти и в сердце отзовется. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.